первый приезд в Воронежскую область в качестве заместителя председателя правительства Российской Федерации, отвечающего за развитие агропромышленного комплекса страны, Алексей Гордеев открыл уникальный молочный комплекс на территории Верхнемамонского района. Наличие молочно-товарной фермы, как мы всегда говорили, в конкретном сельском населенном пункте дает перспективу жизни и понимание того, что здесь будет развиваться экономика, социальная инфраструктура, ну и, конечно, самый натуральный продукт – молоко, которое, в общем-то, кормит всех, и взрослых, и детей, и делает нас здоровыми и сильными. Сказать слова благодарности и напутствия трудовому коллективу, чтобы были хорошие цены на молоко, хорошая заработная плата, современные условия труда, чтобы жилось и хотелось, как говорится. Поздравляю с этим событием. Мощные инвестиции в животноводство, привлеченные еще экс-губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым, дают ощутимую экономическую и социальную отдачу. Максим Васильевич, та программа, которая по вашей инициативе была запущена на территории Воронежской области, она успешно развивается. Я вас хочу заверить, что мы ни в коем случае не будем снижать темпов и будем стараться по 6-7, может быть, до 9 комплексов в год открывать. Председатель Совета Российского Союза предприятий молочной отрасли Аркадий Пономарев, как никто другой, знает цену инвестициям в животноводство для решения вопросов продовольственной безопасности страны. Хотелось бы поблагодарить правительство Российской Федерации в лице Алексея Васильевича Гордеева, исполняющего обязанности губернатора Александра Викторовича Гусева, за те меры поддержки государственные, финансовые, которые были оказаны в развитии животноводства как в России, так и в Воронежской области. Именно эти меры и позволили сделать тот самый толчок, который мы видим все в Воронежской области. Я думаю, что этот комплекс не последний. Я хочу большую благодарность сказать строителям, трудом проектировщиков, трудом строителей воздвигнуты такие сооружения, которые действительно могут прославить Воронежскую область. Уникальность нового производства в Верхнемамонском районе в том, что здесь адаптирован лучший мировой опыт содержания под одной крышей дойного стада и телят, позволяющий заметно сократить сроки возврата вложенных средств, а это делает животноводство более привлекательной сферой для солидных инвесторов.